Чибисов самый бросающий игрок в составе «Металлурга». Я так думаю, что это, наверное, вообще уже восьмой створ. Вот этот, который мы видели, потому что у него было 7, это, наверное, 8. И все, в полном составе Борис. Опять большинство «Металлург» не реализовал, но 5 на 5 входит в зону. Никонсов смещается в центр, бросок. И гол! И гол! И шайба оказывается в воротах. И как она зашла? Надо смотреть, мне кажется, там как-то... Мне кажется, никто не понял, я Воробьев тоже так удивленно смотрит на куб. Неужели с рикошета от лицевого борта?